Я думаю, что это не нужно. Каждый человек сам решит, рожать ему или нет, и сколько. Поэтому работодателя, мне кажется, это не интересует и не должно интересовать. Ну, я считаю, что нужен, но, наверное, не в таком ключе, чтобы прям контролировать это все. Я считаю, просто нужно придумать какие-то лояльные добавки, надбавки за то, что дети появляются в семьях. Ну, я думаю, не должен. Я сама была работодателем продолжительное время. Я думаю, это их личное дело. Контролировать на уровне государства рождаемость, не знаю. Это дело такое, шаткое-валкое. Но если работодатель будет помогать молодым семьям, если он какая-то финансовая будет поддержка, то я только за. Насколько вот вообще выгодно работодателям, чтобы их сотрудники рожали? Вот? Работодателям, чтобы сотрудники рожали. Знаете, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны это выплата бюджетных денег. Допустим, я в бюджете проработала всю жизнь. Тоже как-то бы не очень хорошо. Все, что касается именно государственной службы, то здесь, я думаю, сотрудник и главный специалист не думает, что будет заинтересован именно в, ну, как сказать, чтобы, допустим, сотрудник уходил в декретный отпуск. Потому что работать, в принципе, на сегодняшний день некому. Очередной бред.